бои шли на протяжении 2 месяцев. Мы попали в бункер с 28 числа, 28 февраля. И как бы оттуда нас эвакуировали уже 1 мая. На 1 мая, буквально вот 30 и 1 вот уже было довольно-таки тихо. А до этого велись бои, можно сказать, практически постоянно. Была там тишина кратковременная, а так в основном велись бои. И самолетов скидывали, и там и дрон, много техники.